Сорока трехлетняя Анастасия Волочкова рассказала о самых ярких моментах уходящего года. Особенно балерине запомнился концерт 70-летней Аллы Пугачевой, в котором она приняла участие. Бывшая солистка Большого театра призналась, что предложение выступить на юбилейном шоу «Примадонны» стало для нее неожиданным. Алла Борисовна попросила блондинку исполнить ее коронный шпагат, и Анастасия не смогла ей отказать. Волочкова также заявила, что для нее 2019 стал годом любви. «Он дал мне настоящие отношения. Я очень этим дорожу. Мне удалось сохранить эти отношения в тайне. Тот человек, который рядом со мной, он этого достоин», — высказалась артистка на шоу «Звезды сошлись». Анастасия утверждает, что не загадывает, приведут ли эти отношения к свадьбе. Сейчас она просто счастлива. По словам королевы шпагатов, они с возлюбленным живут в ее загородном доме. Дочь балерины, 14-летняя Ариадна, переехала к отцу Игорю в Давину. «Я попросила Игоря, чтобы он уделил время дочери. Сейчас у нее переходный возраст. А до этого момента отец Ариши видел ее раз в полгода на протяжении лет 7. Я дала дочери возможность пожить у отца на каникулах, ей понравилось», — объяснила Волочкова. Анастасия призналась, что Ариша нашла общий язык с новой возлюбленной своего отца, а вот ее бойфренда не одобрила. «Она ни одного моего мужчину не одобрила, потому что всегда меня ревновала к любому человеку, который появлялся рядом со мной», — рассказала блондинка. Новый год Ариша отметит с отцом и его возлюбленной, ведущей программы «Утро России» Еленой Николаевой. Девочка подружилась с телезвездой, они часто выходят в свет вместе. Анастасия встретит Новый год с возлюбленным в Таиланде. Балерина уже прилетела на остров. Волочкова рассказала, как ее радушно встретили. Из аэропорта Анастасия отправилась на ледовое шоу «Щелкунчик». На артистку нахлынули воспоминания, «Щелкунчик» — первый балет, который она увидела в 5-летнем возрасте. Анастасия Волочкова взяла с собой в Таиланд целую коллекцию купальников. Артистка заявила, что порадует поклонников новой порцией сексуальных фото в бикини. Перед отъездом блондинка села на шпагат с котом на руках.